В молодости мы совершаем самые смелые поступки, которые определяют всю нашу жизнь. Все решилось в тот момент, когда Эмиль первый раз увидел Милу. Стоп, стоп! Что это было? Ты же из массовки! Уберите отсюда этого идиота! Все было против них. Чтобы я тебя больше не видел. Как тебя зовут? Милу. Эмиль. Завтра последний день съемок, и мы улетаем в Париж. По всей границе выставлены блокпосты с колючей проволокой, охраняемые народной полицией. Доступ в Восточный Берлин закрыт! У настоящей любви нет границ. Я придумал, как мне снова встретиться с Мило. Ты хочешь снимать фильм? Да. Ты же никогда этого раньше не делал. Ты же массовщик! Это самое безумное, идиотское и самое прекрасное, что я слышала в жизни. Начали! Не бойся мечтать. Мечты – это самое начало пути. И только от тебя зависит, пройдешь ли ты его до конца. На что ты готов? Ради настоящей любви. Весь этот фильм снимают только потому, что какой-то парень из массовки влюбился в дублершу. «Фабрика грез» в кинотеатрах с 28 ноября.